Маска сработала, дала хороший лифтинг, это раз, хороший цвет кожи, ровный цвет кожи. Хотя она один раз легла на кожу, да, но она сделала свою работу очень даже хорошо. Когда сняли маску и когда я увидела себя в зеркале, я, конечно, обомлела, потому что такой вид, все мои морщины, которые были у меня, они разгладились, и стало лицо чистое такое, прозрачное, и вот такое чувство, как будто бы мое лицо накачали каким-то вот, как гелем накачанный такой, ну, прям ясность такой, чистота такая прям, мне очень понравилось. Положили первый раз на глазки. Выровнялась мелкая морщинистость, будем говорить, отбеливает. Что еще я вижу? Это вообще сияющая женщина. Изумительно, супер! Такая кожа. Вообще просто вот такая свежесть, прохлада и восторг. Вот восторг. Я говорила в тот раз, что она у вас кожа более такая жесткая. Здесь надо бы пилинг сделать, да? Вот смотрите, с первого раза она помягче. Обалдеть. Это раз. Это же очищается. Да, очень хорошо. Работает. Смотрите, прям она прям сияет кожа. Илясова Зульфия, мне 41 год, у меня очень сухая кожа, раньше пользовалась различными кремами, питательными, увлажняющими, а особого эффекта я не чувствовала, там одноразовый эффект. Но вот сейчас вот я попробовала маску увлажняющую, такое ощущение, что вот, ну, молодая кожа, вот прям хочется ее трогать и трогать и трогать, вот как персик, и вот этой сухости, шершавости совершенно нет, и при том, что еще подтянулась заметно. Такая свежесть, такая какая-то воздушность, то есть мягкость. Вот. Наполненность клетки. Вообще, да. Вот, ну, как вот у ребенка трогаешь щечки, вот такое же ощущение, вообще просто обалдеть. Я слов просто нет. Правда, классно.